Друзья, всем большой привет. Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Добро пожаловать в Грозный. Центральный матч 8-го тура. Алания принимает красноярский Енисей. Приветствую публику из Красноярского края, где уже глубокий вечер. Команды на прекрасном ходу. У Алании 3 матча подряд победные. Енисей 3 матча подряд не проигрывает. Более того, Алания дома никому очков не дает и не пропускает. Хабалов. Его мягкая передача. Дальше скидка. Очень интересно, атака Алании развивается. Все в касании и быстро. Мяч уже в штрафной площади. Момент опаснейший. Прострел. И это автогол. Залетает мяч в ворота. Алан Чочеев. Ну, наверное, на его еще тоже можно записать этот мяч. Хотя это, безусловно, автогол. 12-я минута становится счастливой для Алании. Быстрая атака. Из чего все началось? Передача Хабалова. Скидка. И дальше Чочеев ворвался в чужую штрафную, выполнил сильный прострел. Ну и матч играется в 16 часов по местному времени. Вот здесь интересный момент. И это будет угловой. Солдатенко решил не рисковать, а просто перевел мяч за пределы поля. Вот такая передача, которая едва не стала таким вот неприятным сюрпризом для вратаря Алании. Иванов играет назад. Ставер. Валерий Кичин. Здесь давление. Сарукян. Сарукян в штрафной площади. Его удар, реагирует Ставер, дальше падение подниматься. Ну вот сами себе момент придумали на ровном месте. Игроки Енисея. Сарукян пробил, Ставер выручил. Ланин. Вот Ломакин. Мяч уже в штрафной площади. И передача, и как не попадает в ворота Савельев. А не было офсайда, уважаемые зрители. Просто не попал Савельев буквально с полуметра в ворота. Вот она, собственно, так и Енисея. Хорошая фланговая атака прошла. У Енисея, пожалуй, самый яркий момент был с передачей Маркова. И момент был у Савельева. Но буквально с метра он не сумел под мяч подстроиться. И здесь проходит передача. А вот теперь 1-1. Вот такое бравое начало от Енисея. И забивает Максим Савельев. Второй матч подряд он забивает. Вот как голы придают уверенности нападающему. Абсолютно никого нет рядом с Савельевым. Да, можно сказать, что это провал в обороне Никиты Глушков. Друзья, его первое результативное действие в этом сезоне. Голевая передача. Да, и Багаев, и Плиев позволили Савельеву забить. Георгий Биани сам пошел обыгрывать. И проникающая передача. И пенальти. Это пенальти, хотя Ставер и показывает, что он не трогал абсолютно игрока Алании. Сейчас будем разбираться, кто. Машуков зарабатывает пенальти. Смотрим. Машуков и Ставер тащит пенальти, но на добивание сам же Ислам Машуков забивает. Как обидно. Как обидно Ставеру, который, в общем-то, выручил свою команду. Но каким мячами уже единолично. И вот здесь небольшой такой замах. Небольшая пауза. Ставер угадал. Но прямо на ногу Исламу Машукову. Ну, вряд ли Енисей сейчас перейдет играть на схему с тремя защитниками. Но вот это уже никуда не годится. Еще одна ошибка. Караев в перекладину попадает. И мяч вылетает в поле. Ну, вот так, конечно, нельзя ошибаться. А Караеву надо забивать такие моменты, если он рассчитывает играть в стартовом составе. Ранель Зияков. Нужно мяч уже грузить. Собственно, штрафной. Кто-то может подсказать, что грузить надо мяч уже штрафную. И все, это финальный свисток. Алания побеждает в родных стенах Енисей. 2-1 и продолжает исключительно побеждать на домашнем поле. Четвертая подряд победа дома у Алании.